Я рад вас видеть на своем канале. С вами Дмитрий, Витек, Вишни 5.5. В этом выпуске мы решили съездить на разлив, прокатиться, ягоду пускать и порыбачить. И у нас погода хорошая такая. Юпак заправили. И вот решили съездить так прокатиться. Все-таки, потому что в поселке скучно. Радика, мы поехали. Всем приятного просмотра.
большинство подниматься. Там дорога тоже вся такая не очень. Thank you.
ожидает вас. Ну как бы мы нигде не живем. Тоннель там наверху разбил. Ну и там даже холоднее. У нас бутылки теплее. На градус ниже маленько. Чем там.
дорогу, давай ровно пошел туда, видишь? А, вот сейчас по ней поедем. Костя, вон видите, и Костя, и Саша здесь, так что жизнь удалась. Это, подождите,
пускай поработает, зрители, погреется. Хорошо, хорошо. Ну вот, дорогие зрители, как-то так. Вот речка Ангаракан бежит. Вот. Ну я пока отключаюсь, в процессе рыбалки или ягоды продолжим. Ну вот сейчас будем в Ангаракан речку переходить. Вон сама станция. Здесь глубоко сильный витек. Ну короче, вот так вот. Вот так надо идти. Вот так вот. Вот так вот. По перекату надо так надо. По перекату надо идти. Возьми лучше палку с собой, палку. Найди палку. Давай гробовик свой. Я знаю. О, здесь вот глубоко сильно. Пойду чуть выше надо идти. Здесь глубоко сильно. Сильно воды много. Надо перекат найти, где воды меньше. Тема большая. Вот тут вот так вот перейдем, вот так вот. Вот так вот иди, вот так вот. Он витек попер. Не знаю, если ягоду ободрали или не ободрали, сейчас посмотрим. А нет, тут ягода есть. Ну все, теперь будем ягоду буду собирать, а потом порыбачу. Вот здесь малина, ты, Витёк, малину не потопчись, малина вон под тобой растет. Красная, видишь, малинка? Да, вот. Ягоду, главное, не потопчи мне. Ну, ладненько, я пока отключаюсь, потом продолжим. Ну вот, я вам, Витька, заставил ягоду собирать, он стоит, собирает. Вот. Сейчас пойдем с Костяном рыбачить пойдем. Вот такая вот голубичка. Ты давай, у тебя пошустрее собирай. Поменьше листьев, побольше ягод. Да-да-да. Так. Витек, молодец, собирает. Сейчас тоже удочку возьму. Пока время есть, покидаю. Такой вот он Ангаракан. Это разлив. Ладно, сейчас удочку возьму и пойдем порыбачим. А то сейчас Саня всю рыбу выловит. Сейчас я пока отключусь, дальше продолжим. Вот, ребят, сейчас будем рыбачить с Костяном. А? Да. Я здесь буду рыбачить. А?
Не, лучше буду там. Это, конечно, я, конечно, на этом камне рыбачу, но глубоко сильно. Да вот ничего, мне сейчас протекает. Тут я порыбачу. Да. Только сейчас только главное это, чтобы не запутаться, главное. Да. Чтобы не зацепиться бы. Блин, зараза. Сошел. Сошел. Мало. Мух-то мало. Ну, привет, красавчик. Молодец. Ага.
Я? Мусаня он сорвался, говорит. Да ладно! Малек ушел, короче, у меня. Ветерок что-то еще поднялся. Хорошо.
Я пока отключаюсь, дальше продолжу. Ну вот я, ребят, с рыбалки пока ушел. Вот столько, вот голубики столько собрали. Мало. А я рыбу вот сколько поймал. Вот столько рыбы, столько вот поймал. Сколько не знаю, но нормально поймал, хорошо. Сейчас еще пойду рыбачить. А Витек пойдет, он на ту сторону пойдет, там ягоду пособирает. Ладно, я пока отключаюсь, дальше продолжим. Ну вот, дорогие телезрители, мы эту ягоду пособирали. Домой сейчас едем, пакуемся домой. Витек тоже вон стоит довольный, ягоду пособирал. Завтра, думаю, если хорошая погода будет, еще раз туда приедем. Я с речку вам сниму. Ангаракан. Я тоже вот ходил туда рыбачить, тоже не поймал. Ну так, как вот поймал последний раз и все. Речка. Ну, на этом у меня все. Кому понравилось видео, ставим лайки обязательно, подписываемся на канал, кто не подписан. Ну, с вами был Дмитрий, Витек и поселок Разлив. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.